Накануне учредительного съезда кубанских казаков 11 октября 1990 года произошел чин освящения флага Кубанской области. Этот флаг, который во всех деталях и цветах повторял флаг, принятый в 1919 году Кубанской Радой, я со своими единомышленниками соорудил, если можно так сказать. Освящение флага происходило 11 октября, как я сказал. Чин благочинного Мерцева осветил этот флаг. И впервые через 70 лет, то есть 1920 года, в 1990 году казаки прошли с этим флагом по улицам Краснодара. По прошествии времени уже в созданном Екатеринодарском казачьем обществе стараниями войскового старшина Бурмагина Александра Геннадьевича был сооружен флаг Екатеринодарского районного казачьего общества, которого десятилетие освящения мы будем праздновать в следующем году.